каких малышей постоянно умывают? Кошка начинает вылизывать детенышей, как только они появляются на свет. Когда мама интенсивно лижет языком вокруг рта новорожденного малыша, он делает первый вдох и начинает дышать. Шершавый мамин язычок высушивает шерсть котят, чтобы им было тепло. Фламинго чистят перья и себе, и своим птенцам. Они удаляют грязь и насекомых и размазывают по перьям водоотталкивающий жир, который вырабатывает копчиковая железа. Смазанные им перья не намокают. Наверное, грязь не самое лучшее моющее средство, однако маленькие бегемотики обожают в ней купаться. Хочешь — верь, хочешь — нет, но грязь смягчает кожу бегемота и защищает ее от палящих солнечных лучей. А какое животное самое чистоплотное? Большинство животных содержит свои дома в чистоте, но самое чистоплотное – это барсуки. Они периодически меняют подстилку у себя в норе, выбрасывают сухие листья и траву и приносят все свежее. Барсуки даже выкапывают специальные ямки недалеко от норы, куда все семейство ходит в туалет.